Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, я еще это не сделал. Сегодня мы в полном составе приехали на интереснейшее место, это Змейковские водопады. Очень сильно соскучились мы по водопадам, поэтому это получается 4-й выпуск про водопады. Будем здесь ходить, летать, возможно, купаться, кушать, смотреть эти интересные места. Присоединяйтесь, заваривайте чаечек, берите какую-нибудь вкусняшку и погнали. Итак, друзья, мы начинаем с вами наше путешествие по Змейковским водопадам. Здесь сразу есть вот такая табличка с указателем, что здесь находится, то есть схема тропы. Вот указатель, мы здесь, парковка, туалет. Ужаснейший туалет, зайти туда даже не смогли. И где-то вот тут есть туалет, значит мы пойдем сюда. Зона парковки, да, здесь смотрите, вот такая вот большая парковка, которая забита. Настенька, сфотографируй, пожалуйста. Здесь, значит, есть родни, какие-то там тропы, огурские. Подожди, огурские это не эти же. Короче, я понял, здесь... А, вот, советуем посетить. Вот, я не дочитал. Вот. А мы с вами... Артем, пойдем. Артем, пошлите. А мы с вами сейчас направляемся в кассу. Вход здесь платный, так как это место находится в заповедной зоне. Сочинская заповедная зона. Напомню, это, друзья, Змейковские водопады. Так, здесь вот у нас такие еще таблички, да, как все это выглядит. Вот маршрут, вот, видимо, они все. Я знаю, смотрите, мы сейчас с вами пройдемся по вот этой дороге. Здесь будет дорога через мостик идти к 4 маленьким. И вот это самый большой, там, где есть ресторан. И забегая вперед, я вам сразу скажу, что самый большой мы посмотрим в самом конце. Поэтому досматривайте выпуск обязательно до конца, жмякните лайка и пойдемте покупать билет. В общем, трудности зайти на территорию, не ловят у них, нет у них, короче, аппаратов, только нал. Нала у нас нету. И перевести по карте пока не могу, потому что связи тут очень плохая, интернет, поэтому сейчас звоню родителям, чтобы они помогли. Алло. Вот лайфхак, если у вас нет с собой налички, то и не можете здесь перевести, то звоните родным, друзьям, они пусть переведут, и вы пройдете на территорию. Ну все, друзья, мы начинаем этот прекрасный путь, прекрасный маршрут, классные водопады. Эти водопады еще славятся тем, что неважно, когда вы сюда приезжаете, вы никогда не увидите такую картину, что водопад хлопс, и высох, и вы такие приехали, деньги заплатили. Короче, они всегда полноводные, но вот сейчас весной особенно. У нас льют дожди, и пока мы сюда ехали, мы очень сильно переживали за то, что будет грязный водопад. Посмотрим, как сам водопад, но река, которая течет, она чистая. Сейчас мы с вами подойдем, я покажу. Сейчас про билетики. Вход 200 рублей, детвора у нас бесплатно. За машину здесь платить не нужно, в отличие от предыдущих выпусков, да, как я показывал. Так выглядят билетики. А вот непосредственно сама река. Вот, цвет реки, ребята, ну просто бомбический. А река, друзья, это называется Дикарька. Впадает в реку Мацеста. Да, вот идут дожди, видите, у нас вот такая вот ужасная... покрытие, дети в резиновых сапогах, но Настенька, как всегда, отличилась, она пошла в белых кроссовках. И кто приезжает в такую погоду, от Настеньки личная рекомендация, обязательно одевайте белые кроссовки. Итак, друзья, вот про что я говорил на схеме. На схеме, кажется, конечно, это гораздо дальше идти, но вот у нас сам мост, вот туда дорога уходит прямо, это у нас как раз на самый главный, на самый большой, на самый основной водопад. А вот сюда дорога уходит через мост на 4 маленьких. Именно сюда мы сначала сами пойдем, посмотрим, какие там водопады, какая там обстановка, а далее пойдем на самый большой. Есть вот такие зоны, смотрите, стоят столы, вот люди сразу останавливаются, расчехляют коньячок, и отдыхают, да, делают такой перекус. Я уже вижу один водопад, который стекает. Сейчас мы с вами тоже пойдем на него посмотрим. Вот такая здесь зона, хочу вам просто тоже показать, рассказать. Здесь можно пожарить шашлык, какой интересный маленький мангал. Вот, с видом на реку и на горы, и самшитовые деревья. Так, посмотрите, как дорога уходит вверх, бегать не нужно, здесь камни, вот, дважды сразу же упал. Здесь есть табличка, вот она, водопад, и вон сверху бахает водопад. Да, он, конечно, очень узенький такой, тоненький, небольшой, но смотрится, конечно, очень интересно. Сейчас мы с вами поближе подойдем. Окунаться в нем мы не будем, потому что он очень маленький. Так, да, слушайте, дорога здесь, конечно, так себе. Две тропинки, есть вот эта тропинка, есть вот где идут люди. Сейчас посмотрим, по какой лучше нам пройти. Ага, так, давайте по вот этой. Будем сейчас экстремалить. Все, вот сюда к дереву иди, стой спокойно. Вот сюда, к Артему, я пошел маму забирать. А теперь пойдемте дальше. Первым делом Родион над этим водопадом посмеялся. Какой маленький водопад. Ну, слушайте, маленький, но зато высокий и красивый. Вы только посмотрите. Вау! Почему? Пошлите. Давай руку. Вот сюда пробегай. И здесь стой, жди. Я возьму следующего. Радюлька, давай мне руку, здесь скользко. Не надо на попу садиться, сынок. Давай руку. Оп, молодцы мои скалолазы. Проходим, Настенька, ты. Все, пошлите, дети. Какая красота. Вау. Слушайте, ну это просто великолепно. Вы только посмотрите, можно прям вот так вот взять, подойти к нему вплотную. У-ху! Класс! С вами сейчас перейду на ту сторону реки и покажу отсюда, как это смотрится. Единственное, что камни очень-очень скользкие. Красота, друзья! Ну что, ребята, как вам этот водопад? Дальше больше, дальше круче, дальше интереснее. Поэтому не переключайтесь, досматривайте обязательно выпуск до конца. Мы идем к следующим водопадам. Вот сейчас мы вместе с вами поднимаемся вот как раз на эту тропу, где пару раз упал мальчишка. Очень скользкие камни, вот прям как каток. У нас уже Радюша тоже упал. Подниматься здесь нужно очень аккуратно и очень внимательно, видите? Все вот в таких вот камнях, нет никакой натоптанной тропы, вся вот такая вот скалистая местность. Но, конечно, это добавляет своего экстрима. Смотрите, нам еще подниматься, я хочу вам показать, на какой перепад высоты. Видите, где мужчина? Вот уровень глаз, видите, перепад достаточно серьезный. Так. Да, сынок. Я тебя тоже люблю, сыночек. И нам идти куда-то, наверное, туда, потому что отсюда издается звук того сильного водопада. Сейчас я гляну. Ребята, вот этот водопад смотрится великолепно. Сейчас на обратном пути я обязательно вам покажу вид вот с этой вот смотровой площадки. Также мы туда подойдем ближе. Судя по всему, там не купаются. Ну, посмотрим, что там. Короче, посмотрим. Я смотрел и планировал все-таки искупаться в тех водопадах. Пойдемте дальше. Начинается вот такая вот тропа, дорога. Я не знаю, как ее назвать. Вид здесь открывается вообще просто бомбический на этот водопад, ребята. Но покажу вам в конце. В конце уже. Смотрите, здесь, видимо, вот так вот навалило деревьям, пока лили дожди. И их вот, видите, здесь вот так вот пилят. Слушайте, какой-то нереальный перепад. Сейчас попробуем с вами вот сюда вот подойти и увидеть сверху тот первый водопадик. Опа! Получится у нас, не получится, не знаю. Ну да, он, получается, вот в стороне остается. Посмотрите, друзья, мы поднялись. Открывается шикарный вид вот на тот ресторан, в котором мы с вами тоже побудем. Там прогуляемся и посмотрим на тот большой водопад. А сейчас мы продолжаем идти по тропе. Здесь достаточно просто. Это не так, как на агурских нетуристических водопадах. Обязательно посмотрите выпуски, где мы шли с детьми. Полный такой большой круг. 4 километра в одну сторону. Это, конечно, мощно, с перепадом высоты от 0 до 600 метров. Слышите, какой сильный звук издает падение водопада? Слышите? Класс. Скалы. Просто круть. Я не знаю, сочинская природа не сравнится, наверное, ни с чем. Ребята, посмотрите, мы сейчас стоим над первой частью вот этого большого водопада. Я хочу вам показать вот это ущелье, если можно сказать. Вот просто представьте, что это же вода в камнях прорубила вот такую канаву и спускается дальше вниз. Сюда никто не проходит, я своих тормознул, как всегда, наверху. И в самые такие опасные места я, конечно, спускаюсь один. Но вот это смотрится вообще нереально классно. По пути дальше к водопадам обнаружил вот такую вот канавку. Видимо, здесь, когда идут дожди, здесь образуется еще один водопад, который впадает туда. А здесь продолжается вот этот как раз раскол такой, который сделал, ну, однозначно сама река, продолбила. Есть мусорка. И есть указатели, что вот, внимание, обрыв, за безопасность... Короче, детей несут родители ответственность. Ну так это понятно. Здесь нет таких перилок, тоже обратите внимание. И да, здесь действительно обрывы серьезные, что если соскользнет нога, скатитесь, ну я не знаю. Больно будет точно. Ребята, мы подошли, получается, ко второму так называемому маленькому водопаду, но я-то вижу, что он нормальный. Послушайте этот шум. Такая мощь. Итак, смотрите, вот отсюда открывается высота. Останьтесь здесь, Артем. Смотрите, вот такой обрыв, речка. И вон там вид на водопад. Не знаю, получится ли у нас к нему спуститься. Я вообще там не вижу людей, но мы однозначно будем пытаться это сделать. Либо все вместе с нашими пацанчиками, с нашей девчонкой пузатенькой. Попробуем обязательно сейчас каким-то образом спуститься туда. Уже больно это завораживающее зрелище. Ну, я точно смотрел, что... Туда можно вот сверху подняться. А вот она, видимо, и тропа пошла. Вот. Она достаточно такая опасненькая. Но мы обязательно сейчас попробуем туда спуститься, ребята. В общем, стою и думаю, стоит ли вообще туда спускаться, потому что спуск, он достаточно резкий, без каких-то ступенек. Но он, в принципе, отчасти натоптанный, но учитывая, что идут дожди, здесь скользко, я не знаю, как это сделать с детворой. Но спуститься, конечно, туда хочется. Ну, ребята, я, наверное, принял здравое решение все-таки оставить всех своих наверху. и спускаться один, потому что спускаться здесь приходится именно вот так. Ну а как это делать с детьми, ну черт его знает. Поэтому какие-то места я один, вот здесь так спасаю деревья, за них можно держаться. Еще просто покрытие все это очень сильно скользкое, но я пытаюсь. Да, слушайте, конечно, спуск вообще какой-то нереально сложный. Прям все вылетает из-под ног, скользко. Как тут пройти, не знаю. Ну что, ребята, я спустился. Посмотрите, как смотрится шикарно водопад. Снизу, сверху это одно, снизу, конечно, это другое. Меня очень сильно поражают вот эти вот деревья. Оп. Смотрите, они явно упали с гор, когда здесь были сильные дожди. Посмотрите масштаб этих деревьев. Вот это да! У-у-у. Можно в спокойную погоду перейти по вот этим скалам, пройтись, встать на водопад, либо также можно оттуда спуститься и постоять сверху. Ну а мне сейчас, ребята, предстоит подъем обратно вверх к своим, а вверх это еще тяжелее. В общем, это было лучшее решение — не брать с собой детей, потому что подниматься было просто нереально и опасно. А вот так он выглядит сверху. Вот тут есть еще одна тропа, вот, по которой можно спуститься туда вниз и постоять над водопадом. Тут есть знак, вот видите, водопад, и осторожно, обрыв. Дальше, ребят, уходит русло, и там вот вдалеке уже видны, видимо, уже последний водопад. Вот так это выглядит. И здесь есть такая деревянная дорожка. Можно спуститься прям к руслу. Вот мы там спускались с вами опасно, здесь вот получается безопасно, аккуратно по лесенке. Единственное, что, конечно, лесенка после дождей немножко скользкая. Вот так это выглядит красиво и очень-очень интересно. Но водичка, конечно, все равно чуть-чуть мутноватая. Мы сейчас вместе с вами хотим подойти как можно ближе к данному водопаду. Здесь, конечно, такая дорога, если ее можно назвать, русло реки, все в камнях, естественно, нет никаких тропинок таких аккуратненьких. Но здесь, по крайней мере, отличная фотозона, и мы дождались того момента, когда отсюда все ушли, мы остались здесь одни, и можно спокойно фотографироваться. Гляньте, какие скалы, как будто вот специально сделаны, мхом покрыты. Да, очень классно. Вот так выглядит сверху данный водопад. Русло данной реки вообще какое-то нереально красивое. Это просто вот такие вот тук-тук-тук-тук скалы, как ножом нарезанные. А дальше открывается еще интереснее картина. Во-первых, посмотрите, здесь такие пороги интересные. А дальше прям водопад, он скатывается по стене. К нему, конечно, можно подойти по оборудованной вот такой вот лесенке. Сейчас с вами тоже спустимся, посмотрим. Дальше еще есть мост. И пройдем тоже так же дальше. Так, ну что, мы с вами вот и как раз спускаемся. Есть такая фотозона. Водопад стекает просто по скале вниз. А дальше уходит еще дорога, по-моему, там на еще один водопад. Цвет вообще бомбический. Здесь можно, если очень аккуратно, спуститься вот сюда. Вот. Прекрасно. Цвет вообще классный. И русло пошло туда. Мы с вами продолжаем путь, подниматься выше и уходить вглубь ущелья. Не, Родион, отходи с края. Здесь есть беседка для отдыха. Также тут есть туалет, в который тоже невозможно зайти. Вот такая смотровая площадочка с цифрой 26, не знаю, что это значит. И вот такое вот русло реки. А там есть еще мост. Так, а там, наверное, открывается вид на какой-то водопад. Давайте с вами посмотрим. Ну, конечно же, да, ребята. Вот, и мы с вами добрались до водопада. Слушайте, ну он вообще шикарный. Вау! Как смотрится-то классно. Вы только поглядите, а. Ух ты! Ну вот, видите, здесь, конечно, интересно. Я предлагаю сейчас спуститься. Нет, не все. Так, здесь по-прежнему скользкая лестница после дождей. Но вид здесь открывается вообще бомбический. Вообще кайф, а. Вы только посмотрите. Какой кайф, а. Так, все, Артем, здесь остаешься, никуда не ходишь. А я с вами пройду немножко по скалам, покажу цвет воды. Да, ну просто нереально, а? Классно. Вот в сухую погоду, я думаю, что можно по скалам попрыгать туда, подняться повыше, но сейчас очень мокро, очень скользко, делать этого, ух ты, вот, не будем. Ну а в конце маршрута, ребята, нас ожидает вот такой вот прекрасный вид сверху на данный водопад. Здесь есть вот такой мостик, лесенка на скалы. Получается, что можно спуститься прямо вот сюда вот к водопаду, что мы сейчас и сделаем. И сделаем на дроне отлет. А еще в конце маршрута нас ждет родник. Такой вот, видите, он достаточно мощно. Вот, мы сейчас, конечно, здесь наберем водички и попьем. Вкусно? Давай, давай, давай. Так, мы спускаемся. Да. Опасно. Опасно. Да, надо держать обязательно ребенка за руку. Здесь есть дальше места для отдыха. Так. Ну так, стоп, Артем, давай на эту руку мне. И вот уходит вот такой вот ступеньки, мостик. Вот прям к руслу. Ух ты, как тут здорово, а. Вы только посмотрите. Блин, Артемка, какая красота. Да. Я бы хотела, мама, так же летом. И вот так выглядит водопад сверху. Вот так, ребята. Слушайте, друзья, без пролета, так как сейчас запуск дрона оказался для меня прям стрессовый. Он просто потерялся в пространстве. И начал резкое снижение в воду, и до воды осталось буквально 3 сантиметра. Я кое-как его поднял, то есть нажимаешь стик вверх, а он вообще не реагирует. Влево-вправо он просто начал прям садиться в воду. И прям в срочном порядке я его начал уводить оттуда вот сюда на сушу. В итоге он адаптировался, я его быстро вернул к нам и приземлил. Короче, без пролета. А нас дальше с вами ждет последний водопад, про который я говорил в начале. Пойдемте. Ну что, вот мы с вами спустились до такого самого классного, и давайте я вам его покажу, какие здесь виды открываются. Вот такая небольшая смотровая площадка. И шикарный, шикарнейший, друзья, вид на водопад. Вы только гляньте, как это выглядит. А сейчас мы с вами спустимся вниз, посмотрим все это дело поближе. И я даже вижу, что там купаются. А это значит, что мы тоже должны с вами искупаться, поэтому не переключайтесь. Развязка близко. Так, ну что, мы с вами спустились, перешли вот этот мостик, прошлись. Здесь начинается парковка с табличкой для посетителей кафе. Ну, видимо, там на входе, если сказать, что ты едешь именно в кафе, то, возможно, пропустит. Хотя тоже навряд ли. Так, ну, давайте осмотримся. Что здесь такая очень уютная территория. Есть вот табличка «Проход к водопаду». Вот по такой зеленой ковровой дорожке. Такой очень интересный, красивый мостик. Можно подойти к водопаду. И он достаточно сделан безопасно. Я даже вижу, как затянута скала металлической сеткой, как на серпантине. Так, а тут уже такие беседки, которые можно арендовать и здесь отдохнуть. Здесь их достаточно большое количество. Артем, пошли! Но сейчас, конечно, никого нет, потому что еще межсезонье. Но ребята уже вплотную готовятся встречать гостей, всех туристов. Да, вот, наверное, вот тут особенно. Не твое, проходи мимо. Вот здесь, наверное, в кафе шикарный вид, панорамное такое сцепление. С видом на роскошный водопад. Вон детвора уже бежит. Да, класс. Так, ну что. И здесь можно спуститься, друзья. Прям сделан вот так вот вход. Ой, какая красота, а! Вы только посмотрите, да, шикарно, большой. И здесь можно покупаться, окунуться вот в этих всех корягах. Ну что скажете? Последний раз, когда я купался в водопаде, светило солнце и было прям жарко, прям хотелось искупаться. Сейчас холодно. Родион, не подходи, пожалуйста. Но я думаю, что нас это не остановит, и мы с вами сейчас отправимся. Купи-купи! Ну что, ребята, пацан сказал, пацан сделал. Специально для тех, кто досмотрел выпуск до конца, завершаем выпуск купанием в водопаде. Кто-то купается в море, а мы, походу, будем всегда купаться в водопадах. Все, гоу! Холодно. Короче, куда мы уходим? Ну все, ребята, спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Ставьте лайки. И до новых выпусков. Увидимся с вами уже завтра. Пока.